Через дорогу трехэтажный дом. Да я понял, я тут на открытом месте выходит. Как-нибудь отвечаешь? Метка твоя актуальна? На Анаре в районе бензозаправки пехота. Если что, будет готов фугас от панишмана. Я только одного там вижу. А остальные по дому рассосались. Видел одного, еще одного. Ну здесь как минимум четверо, ну сквад весь. Потому что здесь КамАЗ стоит, я возле него. Это сам-то где? Я на юге, примерно где метка враг. Ну, где красная метка вот. Даже чуть ниже. А, вижу, еще один в гору к вам поднимается. Че минировать? Да, с востока. Сейчас кто стреляет? По мне. МБшник, наверное. Не-не-не, это не я. По мне стреляет. Я сейчас на 2431 высоте, 37 километров восточно. Это что за... Это МАЗ. Американец. Да-да-да. Стреляй. Повод, это ты лежишь? Нет, короче, я даже... Кем... Найди. СМАФ где-то с нас же позиции стрелял. Ну, к вам в гору поднимается пех. К нам это... К нам. Это к вам, да. Спалил МТВР от Анара на юго... на юго-восток. Вот там вот я и нахожусь сейчас. Вас послушать, так мы послушаем. Я стреляю, мавсик на юге ровно. Дальше этого камня экзит за холмом. Да-да-да, за горизонтом. Берт. Сейчас кто стреляет? Наконец-то Зушка. Над отходом как-то пошустрее. Он в ТВР не пошли. А кто лежит и смотрит вот сейчас с Night Vision? У вас же нет Night Vision. Никто ГПшит? Противник. Я его ищу, не могу найти. Там уже, кстати, свои. Но с моей стороны, со стороны ТВР. Дымят. Кэм. Вижу снайпера противника. У вас был скин, я вам ветку бы поставил, так я ничего не могу сделать. Ты прогал бы. Тараканы. Если бы я тебя из-под огня не вытащил, пидор. В БМПшке. Да, с такими словами вытаскивайся из-под огня, конечно. Нет, два ранения, рикошетом по ногам, желтые ранения. Потом прямое в ногу прилетело. А потом сквозь дерево меня очередь с КПВТ прошили. Пошли на шкану. Так вот здоровый, ебать, 200. Ой, бля, рамсетера, ну конечно, блядь.